Саша, увидел твои кроссовки и вспомнил, что такие же кроссовки есть у Саши Кокорина. Ты раньше с ним общался. Да. Можешь рассказать, сейчас поддерживаешь с ним отношения? Да. Ну, общаемся, поддерживаем отношения. Видел, забил в пенальти там в Лиге Европы. Поэтому, ну, поддерживаем до связи. Может, он тебе рассказал, почему из Фиорентины все-таки он ушел? Ну, я, мы слышим, особо о футболе с ним не общаемся. О чем общаетесь? О Counter-Strike. Все, спасибо. Спасибо.